Сегодня мы проверим двигатель эндоскопии, залезем в скрытые полости, посмотрим на предмет ржавчины, проверим и, возможно, размечаем мифы о том, надежен ли Geely Coolrace пробегом 120 тысяч километров или нет. Посмотрим состояние моторного отсека, коробки, салона, как он изнашивается и вообще, как он выглядит на пробеге 120 тысяч километров. Приступим. Итак, зачем я вообще решил снять этот автомобиль и сделать это видео? Очень часто ко мне обращаются люди и спрашивают, говорят, Олег, ну ненадежные же китайские тачки, нафига ты нам рассказываешь там в видео, что они отличные, так далее и так далее. И я решил сделать достаточно просто, я просто зашел на Автору, нашел китайский автомобиль с самым большим пробегом, который сейчас продается в целом на рынке. Оказался это вот этот вот красавец синий Geely Coolrace. У него пробег 121 тысяча километров. И я думаю, ну, сам-то я, честно говоря, не знаю, как они ведут себя на этих пробегах, но надо разобраться. Поэтому я просто взял, написал менеджеру Басирову, связались с руководством, и оно одобрило. Сказала, делай, что хочешь, проверяй, как хочешь, лази куда угодно, мы полностью тебе доверяем. И я решил не пускать возможности и показать вам, как выглядит Geely Coolrace с пробегом 120 тысяч километров и в целом надежный он или нет. Наверное, мы начнем с кузова, потому что многие говорят, что он ржавеет, он там, я не знаю, гниет, у него дырки, посмотрите через 3 года, что будет с вашим китайцем, у него будут дырки, у него там швы будут расходиться и так далее. Поэтому сейчас я покажу вам кузов. Взял я толщиномер, знаете для чего? Для того, чтобы убедиться, оцинкованы здесь детали или нет. В интернете нет однозначной информации о том, оцинкован ли Geely, потому что говорят, что он не оцинкован. Говорят, что здесь краска просто 4-слойная и все. И я, честно говоря, был удивлен, когда проходился в том, что есть оцинкованные элементы. Капот у нас чермет, но при этом крыло оцинкованное. Дверь у нас тоже оцинкованная, то есть вся боковина оцинкованная, и вот даже, получается, поперечина тоже оцинкованная. Но при этом крыши не оцинкованы, то есть оцинковали не только боковины. Не знаю, пожалели ли они цинка, или это просто вот такая должна быть штучка. Но при этом мне все показывает, что оцинкованные. Кроме, кстати, крышки багажника я еще не смотрел. Крышка багажника тоже, кстати говоря, оцинкованная. И вот первый вопрос, говорят, что они сгниют, а вопрос, как может сгнить оцинкованный металл. Ладно, все, я постараюсь этот обзор делать, ну, непредвзятым, потому что я люблю китайцев, а мои комментаторы не очень любят, поэтому будем оценивать просто. Вот есть машина, я про нее рассказываю. Дальше решайте сами, нравится она вам или нет. Теперь давайте пройдемся, наверное, по сколам, которые здесь есть, потому что капот весь в сколах, есть ржавчина, и прям по ней можно уже сделать хоть какие-то выводы о состоянии автомобиля и что с ним будет дальше. Сейчас у вас на экране появится ржавчина, которую я здесь понаснимал. Как вы видите, да, сколы заржавели за 4 года. Ну, их тут достаточно много по капоту. И они ржавенькие. Но обычные стандартные сколы, да, ЛКП, кстати говоря, по моим ощущениям. Не знаю, может, машина ездила по трассе, но как будто бы на капоте чуть-чуть хуже ЛКП, чем, например, на крыле, потому что на крыле сколов нет. Вообще нет, хотя с пробегом 120, ну, должны быть, если она ездила по трассе, например. Но для того, чтобы вы в целом видели настоящее состояние сколов, я возьму специально для вас сейчас микроскоп и прям под микроскопом покажу состояние ржавчины, потому что просто так вы это не увидите. Вот, смотрите, один скол. В целом, ну, ничего страшного здесь нету, это просто обычный скол. Вот, здесь скол, например. И видно, что он не весь ржавый. Он ржавый только наполовину. То есть он просто, видимо, облупилась краска. Но видите, раз он не сразу покрылся ржавчиной, значит, ну, хоть какая-то коррозионная стойкость есть, потому что бы не было бы, если бы это были как китайские запчасти старые, то он бы сразу же заржавел. Или были бы дырки, кстати говоря, уже на старых сколах. Но этого здесь нет, поэтому смотрите в целом. Коррозионная стойкость для неоцинкованного металла более-менее. Но есть такие минусы, как сколы, которыми нужно быть готовы, если у вас будет Coolrace с пробегом больше 100 километров.
Я хотел бы выразить благодарность за предоставленный автомобиль компании Борисхоф, а именно локации Борисхоф Вегас, в которой и продают, и покупают машины, как вы видите на заднем плане, и мешают мне постоянно, ну что поделать, будем как-то как показывать, как можем. Спасибо им большое, предоставили зону осмотра освещенную, предоставили автомобиль, сказали, делай, что хочешь, разбирай, показывай нам, неважно, что ты там найдешь, мы в себе уверены. Сейчас мы сегодня все проверим, пойдемте дальше. Ну и как вы видите, я переоделся, а это значит, что мы переходим к эндоскопии. Это, наверное, самое интересное, что вообще может быть по этому двигателю. Я надеюсь, я вас удивлен, но опять же постараюсь быть непристрастным. Пойдемте. Как вы понимаете, я уже разобрал двигатель, я уже замучился, как вы видите, я потный. Даже на прошлом кадре я был потный, очень замучился. Но я разобрал двигатель, и теперь давайте залезем внутрь и посмотрим, есть ли там задиры, есть ли там масложор, есть ли там какие-нибудь трещины в цилиндрах. Потому что это очень интересно, потому что это трехцилиндровый двигатель, и все всегда говорят, что он навернется ближе к 80 тысячам километров, и от него ничего не останется. И давайте проверим, так ли это или нет. Беру свой эндоскоп и буду вам прямо сейчас транслировать напрямую видео с этого эндоскопа. Итак, мы залазим в первый цилиндрик. Тут, конечно, пыли немножко попало, но что поделать. Вот, и начинаем смотреть. Это пыль, к сожалению, да, не очень хорошо, но что поделать, по-другому у нас не получилось. И теперь смотрим состояние стенок. И вот мы просто видим, что есть какие-то притертости, так скажем. Ну, не притертости, это царапины даже. То есть тут он не задран вообще даже близко. И это очень интересно, потому что я, честно говоря, сам думал, что он будет, ну, он будет задран. А он не задран. Это очень интересно. И теперь смотрим клапана и понимаем, что здесь даже близко намека на масложор нету. Ну, не жрал он масло. Да, возможно, здесь что-то чистили, но я, честно говоря, не верю, потому что, ну, нафиг. Кто будет чистить, лезть внутрь и смотреть там, ну, и следы массажера убирать, прям внутрь. Вот эндоскопия нам показывает, что там все в порядке, и нет никаких проблем. Достаю эндоскоп, потому что он сейчас перегреется. Немножко его остужу и полезем дальше, потому что второй и третий цилиндр тоже могут задираться. Начнем, наверное, с третьего. Третий стоит в верхней мертвой точке. Вот. Этот стоит низко. И это нам то, что нужно. Второй цилиндр мы смотрим. Состояние стенок. Здесь я уже пыли не столько накидал. Пыли, ладно. Это не очень хорошо. Она переработается. Что поделать? Опять кто-то приехал. Смотрим второй цилиндр, эндоскопию второго цилиндра, и понимаем, что здесь также все в порядке абсолютно. Здесь нет даже намека на задиры. Есть царапины, но задиров нет. Состояние колец, ой, колец клапанов. Есть какая-то протертость. Это интересно. Есть подтертость на клапане. А, нет, это жидкость. О, наконец-то встал как надо. Теперь мы записываем состояние третьего цилиндра. И здесь мы уже видим, что есть небольшой нагар. Но это не масло, это больше нагар топлива. Из-за работы топливки, скорее всего. Но это, опять же, это вообще не критичная история. Я думаю, что те, кто занимаются машинами, напишут в комментариях, что здесь ничего критичного. Но вот уже кое-что интересное. Смотрите. Это царапины. И, к сожалению, ничего интересного нет. Задиров нет. Есть небольшой нагар. Действительно, есть небольшой нагар. Это пыль моя. И в целом все.
Ну, то есть я вам показал своими глазами эндоскопию двигателя. Ничего вы видите не подделывал. Вы видите состояние, да, есть небольшой нагар в третьем цилиндре. Но без этого никак подержанный автомобиль. В целом эндоскопия на 4 с плюсом. Есть небольшие царапины. Эксплуатационно для 120 тысяч километров это нормально в целом для любого двигателя. А так я вообще думал увидеть здесь масложор, не знаю, нагар масла или какие-нибудь ультра жуткие задиры. Мы вот, кстати, с менеджером, который мне помогает, спорили, и мы даже не сомневались, что здесь задиры. Но здесь их, к счастью, нет. Они сейчас не запустятся. Ну что, с Богом, пробуем запустить. Все, работает. Итак, начнем смотреть состояние лонжеронов. Все в прямом эфире показываю. Ну, понятно, что внешнее состояние вот мы посмотрим. Вот внутреннее состояние швов мы посмотрим. Здесь есть некоторая коррозия за 4 года, но в целом это не страшно. Это нормально. Но вот, например... Мы просто залезем внутрь лонжерона и посмотрим, какая здесь коррозия и что здесь с коррозией. Продвинемся внутрь. Прям сильно внутрь я продвинуться. А, нет, могу. Вот. Наш лонжерон изнутри. И он, как ни странно, не ржавый. Да, коррозия есть. Но он не гнилой, как мы предполагали, потому что, опять же, металл попереду может быть не оцинкован. Вот состояние. Сейчас попробую подлезть к левому, но это очень вряд ли получится, потому что... Ну, нет. Главное попасть. Угу. Итак, а вот состояние другого лонжерона изнутри. И что мы видим? Это состояние, которое идет к переднему щиту. И здесь есть грязь, но при этом нет никаких проблем особых. Давай разберем, попробуем назад. Сильно я там не подлезу. Да, ладно, есть ржавчина. Не критичная для 4 лет. И московская эксплуатация, это машина московская. Здесь есть коррозия на швах. Ну, это, конечно, ну, не очень прикольно, но есть. Коррозия есть. Небольшая. Ну что, с моторным отсеком я намучился, я закончил. Результаты вы видели, судить я о них дальше не буду, ничего. Сами решайте, какое состояние автомобиля. Я, конечно, очень восторженно об этом, о нем говорил, но решать вам, короче, все. Я больше не делаю никаких комментариев, просто показываю суть машины. Теперь мы пойдем, сделаем компьютерную диагностику и покажу, какие есть ошибки на этом пробеге у этого автомобиля. Итак, сейчас мы приступим к следующему этапу. Это компьютерная диагностика. Мы просто посмотрим, какие есть ошибки, что они означают, серьезные они или нет, есть вообще проблемы с электрикой или нет. Потому что если есть проблемы с электрикой, будет огромное количество ошибок. Поэтому сейчас я подключусь, все посмотрим. Итак, как вы видите сейчас на экране, нету ошибок в компьютерной диагностике, и это, честно говоря, нормально, потому что их, скорее всего, просто удалили. Или садился аккумулятор, и они сбросились. Пропуски зажигания, что немаловажно, нужно посмотреть, детонирует двигатель или нет. Цилиндры, прошу прощения. То сейчас комментаторы найдутся, да и не так найдутся, да и черт с вами, ребята, бог вам в суде. И как вы видите, здесь 211 пропусков первый цилиндр, 202 второй, 289 третий. В целом, достаточно неплохой показатель для любого двигателя, потому что, например, на лагах пропусков зажигания к этому пробегу уже в районе 6-7 тысяч на каждый. Здесь же пропусков меньше. Чего-то другого мы более специфичного посмотреть в данный момент не сможем, но у нас была задача посмотреть, есть ли ошибки или нет. Они здесь стерты. Новых не повыскакивало, поэтому именно оценить электрику мы полноценно здесь не можем. Итак, кузов, двигатель, электрику мы посмотрели. Теперь осталось посмотреть немаловажную ту часть автомобиля, в которой вы будете находиться 100% своего времени, пока едете. Это салон. Я его уже глянул, снял вам футажи. Вы можете сейчас посмотреть. Руль не затертый.
износостойкость руля достаточно высокая, судя по всему. Даже на стыках особых затертостей нету для 120 тысяч километров. Сиденье тоже, я вам показываю, оно не затертое. Ткань износостойкая, нормальная. Для этого пробега это, кстати, даже очень неплохо. И, по всей видимости, машину содержал какой-то нормальный человек, который за ней ухаживал. Итак, по машине я сделал вам полный отчет, полный осмотр. Подведем итоги еще раз. Капот не оцинкован, поэтому у него есть рыжики, которые я показал вам с помощью микроскопа. Вы их увидели. Ржавеет, да, не прикольно. Эндоскопия пройдена. Особых задиров масложора не обнаружено. Клапаны целые абсолютно. Состояние салона на четверочку примерно. Состояние внутренних полостей кузова на четверочку, потому что тоже есть коррозия. Там не идеально, там не полноценно все. Но, напомню, машина была в эксплуатации в Москве, поэтому есть рыжики из-за соли, из-за реагентов, которые посыпают у нас. В целом, решать вам самим, хорошая машина это или нет, я вам постарался ее показать максимально объективно, как я это могу сделать, потому что я человек, у меня есть свои предпочтения. Поэтому решать вам, оценивать вам. Вот такой вот обзор получился. Что вы думаете насчет Geely Coolray? Пишите в комментариях. Если я не прав, тоже пишите в комментариях. А если вам Geely Coolray не нравится, тоже пишите в комментариях. Как-то так. Меня зовут Олег Мазай. Я автомобильный эксперт, занимаюсь подбором автомобилей. Если вам нужно подобрать похожий или любой другой автомобиль, обращайтесь, контакты будут в описании. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых видео. Всего доброго!